О, какой агрегат. Это у нас еврейский центр, музей толерантности. Какой рядом с ним поставили. Т-26 легкий танк. Самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны. То есть в Великую Отечественную СССР вступала вот с такими танками. Т-34 еще тогда не существовал. Вот. Рассмотрим поближе. Так, сзади у него мощный выхлоп. Колесики тут запасные какие-то для чего-то. Целый аж топор, лопата закреплена. Ну, место, конечно, в нем, вот, судя по всему, если так прикинуть, места очень мало. Я думаю, там два человека всего помещалось. Так. Вот такая штукенция. Пулемет у нас вот здесь вот такой вот, правда, скромненький. Ну и, собственно говоря, дуло. Командирские машины комплектовались радиосвязи. Добавлялась антенна еще на башне. А здесь, с этой стороны, еще одна лопата закреплена. В общем, вот такой вот аппарат любопытный. А на улице в Москве снег сегодня. Причем это уже практически лето. Последний месяц весны идет уже, половина месяца. Ну, давайте прочитаем поближе вот этого. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся, донаты, супер спасибо, все приветствуется, пока.